Доброе утро! Мы начинаем сегодняшний наш день, сегодняшний видеоролик. Для тех, кто не знает, зовут меня Александр, на своем канале я рассказываю про жизнь в Америке, что же здесь происходит. Живу я здесь полтора года, и сейчас мы идем с вами на водные процедуры. Ну, я с утра обычно делаю пробежку, а сейчас решил заняться плаванием. Ух, с утреца у нас прохладно, ничего, будем закаляться. Кстати, я вчера вечером, когда тоже плавать приходил, здесь бассейн, короче, ну такой, не совсем так холодный. Вот, даже в бассейне пока никого нету, это круто. Даже, короче, в бассейне теплее, чем здесь на улице. Мы двигаемся к цели. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Ходил в новый барбер. Барбер вроде прикольный, но чё ты меня подстриг, этот демон? Как-то вообще слишком коротко. Такое бывает, когда, короче, приезжаешь, меняешь барбер, меня прям это раздражает, да? Всегда все не то. Да, и также не забываем то, что мы с вами копим на тачку. Получил зарплату, отложил еще $1500 на покупку машины. Как сейчас будет? Сейчас у меня не очень простые времена как бы намечаются. Я вам попозже расскажу про них. Сейчас вопрос там один решается. Вот, как бы, возможно, у меня будут перемены небольшие в ближайшее время. Не знаю, что будет с машиной, но продолжать копить мы, конечно же, будем. Сегодня с вами там у меня есть одна AC, которую нужно сделать. Там хороший клиент. Вот, как бы, у него очень проблемный юнит, у него там был и лик, у него продырявили, короче, билдер, у него длинный лайнсет, длинные трубы, где идет фреон. И мы, короче, когда на высоте работали, гвоздями продырявили эти трубы, представляете? И мы вскрывали стены с ним, резали стены, и сначала чинили лик, а потом, как оказалось, что из-за этого лика у него еще и компрессор, короче, сдох. Ну, компрессор у него, ладно, на гарантии. Вот я сейчас поеду, заберу его. И поедем, чуваку поможем. Он, конечно, немножко подстрял на деньги. Но я ему сделал там скидки все возможные. Потому что и так у него там проблем выше крыши. Это что, это какой-то сервис Теслы, что ли? Видимо. Не пойму я. А вот Ленокс, вот то, что мне нужно, друзья, ребятки, вот мне сюда. Друзья, товарищи, куда нам это все дело закинуть? Вот сейчас мне скажите, пожалуйста. Опа! Вот это все надо двигать. Туда, туда. Короче, ребятки, заехал пока пообедать, пока у меня там все эти заказы отменились. Один сервис кол был. Хочу вам показать. Короче, в одну восточную кухню заехал. Вот такая типа кифта-кебаб. Здесь еще были, я просто уже съел. И вот такой вот айран здесь продается. Прикольная, кстати, штука. Вот это все, короче, добро. $20. Ну, с чаевыми 17, так, плюс $3 чаевые. И вот такие дела. Короче, ребята, приехали мы с вами на клиентику. Сейчас будем делать фотки и ехать покупать оборудование. Вот у него такой домик. Такой домик стоит 5 с лишним лямчиков. Сейчас мы к нему пойдем. Вот такой вот ветхий домик. Вот так вот он выглядит. Как у бабушки в деревне, да? Такой вот большой домик. Большой в деревне домик. Ну, внутри, конечно, там ремонтик и все дела, но факт остается фактом. Деревянный такой домик в Пало-Альто стоит $5.5 миллионов, ребят. Вот такой дорогущенький район. Ну, нахер. Короче, ребят, сейчас мы находимся с вами в Home Depot, закупились. Сейчас я ездил к Сереге, помочь ему там кое-что заварить, поснимать
не получилось. Сейчас едем устанавливать этот чарджер. Вот. Там моя сумка, мы находимся в Home Depot. Это, короче, я купил костюм для того, чтобы лазить в подвалах, в кроулспейсах. Я вам сейчас покажу. Это пространство, где я буду тянуть провод. Это все дело мы сейчас будем устанавливать. Вот такую вот розеточку уличную. Короче, ребятки, вот здесь, короче, здесь нам надо работать. Находимся в этом ветхом домике за 5,5. Вот я здесь установил уже новенький брейкер. Вот сейчас будем здесь делать дырочку и пробиваться, тянуть провод вот через эту всю стеночку туда, в самый конец, и выходить там. Короче, вот такие пироги, ребятки. Давайте приступать. Ну что ж, друзья, товарищи, наступил час X. Сейчас самое сложное. Сейчас мы полезем в этот crawl space, все делать. Погнали. Короче, ребятишки, нам надо сейчас вот этот провод, который я оттуда просунул, протянуть сюда. Вот я взял с собой гвоздички с молотком. Сейчас нам надо как-то полезть. Итак, друзья, наш побег из Шоушенка продолжается. Мы двигаемся к цели. А где же наша цель? Оу. Так, надо как-то пролезть теперь вот здесь. Тут еще газовая линия, ё-моё. Итак, друзья, вот наш провод черненький. Мы достигли цели, как говорится. Ну, давайте его протягивать теперь. С вами мы провели проводочек-проводок. Вот он у нас выходит. Пойдет он у нас по кондуитику сюда. И здесь вот будет наша станция. Вот, нет, не для этой машины, а уже для другой, для Теслочки. Вот так вот и работаем, ребятки. Так, ребят, ну вот смотрим, что у нас получилось. Здесь мы поставили водонепромокаемый бокс уличный, провели линию и поставили вот такую вот станцию зарядную для Теслы. В общем, ничего мы не оставили. Короче, все, ребят, все на сегодня закончили. Сегодня толком работы не было. Сегодня один мудозвон отказался, потому что пермит, он сам про пермит не сказал. Была одна диагностика и вот одна установка. Сегодня хотел я поехать поварить компрессор, но сейчас уже поздновато. Там как бы надо спокойно, времени много, чтобы никуда не торопиться. Вот, и короче, решил я сегодня на него не ехать. Так, денежки вот здесь, давайте посчитаем, сколько бабла. Я думаю, они типсы еще дали. Раз, два, три, 400, да, короче, дали $50 чай, нормально, неплохо. Это хорошо, ребятушки, ребята. В любом случае, все нормально, хоть сегодня работы и немного, но установили мы эту станцию. Завтра мне еще две таких надо установить. Я даже не знаю, сколько мне за это заплатят, потому что это типа, короче, мы делаем установки HVAC, Fuse делает установки HVAC. И сейчас акция, кто установил себе кондиционер, да, с компанией Fuse, тот получает такой вот electrical charger в подарок.
оплачивает только материалы. Вот. Честно говоря, материалы они оплатили 380, у меня вышло 450 на материалы. Но там как много материалов еще каких осталось. То есть вот, например, остался провод, остался крепление, остались коннекторы. Дофига чего осталось. Ну, как бы мне на завтра как бы это тоже будет. Но как есть, так есть. Я даже не знаю, сколько заплатит. Завтра узнаю, в следующем видеоролике вам расскажу. Поэтому не знаю. Короче, едем домой отдыхать, наслаждаться этой жизнью.